Первое мартовское заседание комиссия провела в новом составе. Место сложившего себя соответствующие обязанности Игоря Григоровича теперь занимает другой народный избранник. Депутаты проголосовали за то, чтобы направить к нам на работу Куролесова Дениса Александровича. Он здесь присутствует. Он является депутатом, является руководителем комиссии по бюджетам и налогам. Неправильная парковка – это обычно самое массовое нарушение у десногорцев. Но в этот раз был всего один такой протокол. К сожалению, благоприятную картину испортили нарушители тишины. По этой статье было аж 14 случаев. С повинной пришел один человек. Нельзя нарушать тишину и спокойствие после 22 часов. Вы поняли это? В дальнейшем не будете нарушать? Именно эта девушка отделалась предупреждением. По остальным делам были вынесены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.